понедельник, 8 июня, в мусорном баке около дома на улице Тимуровцев рылся мужчина. Он и наткнулся на кровавый пакет, в котором обнаружили мертвого младенца. На место выехали силовики, которые опросили местных жителей. Днем 8 июня в мусорном контейнере, который расположен во дворе домов по улице Тимуровцев города Рязани, обнаружено тело новорожденной девочки. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить причину смерти малышки, а также обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователям будет установлена личность матери. Назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Рядом со свалкой и мусорными контейнерами находятся вагончики с мигрантами. Они делают капремонт соседних домов. Рабочие, как и жители, ничего подозрительного не видели. Жильцы подчеркнули, что ни камер видеонаблюдения, ни видеорегистраторы автомобилей инцидент не запечатлели. Ничего не слышал. Я даже не знаю, живой, мертвый. Вроде, говорят, мертвый был. Я вышел за молоком. Тут все вот... Напомним, следователи собирают информацию о произошедшем. Следственное управление обращается с просьбой к жителям города Рязани при наличии информации о предполагаемой матери или обстоятельствах произошедшего сообщить об этом в железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань по телефонам 8 4912 960963, а также 8 910 622 6700 или в полицию по телефону 02.